Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромный привет. И сегодня просто потрясающая погода для того, чтобы можно было заснять небольшой обзорчик жилого комплекса и посмотреть, что же такого. Многие из вас меня спрашивают: Максим, а стройки идут или не идут, или стройки у нас приостановились? Ну, на примере жилого комплекса Гранд Парк. Строечка здесь идет, соответственно, народу здесь трудится очень-очень даже много. И, соответственно, каждому работнику было выдано разрешение. Ну и, соответственно, в свою очередь, строечка здесь у нас не встает, она у нас не прекращается. Внизу у нас этажи все в рабочих, но вы слышите, что штробят, долбят, и это так оно и есть. Да, видно, так у нас фасад отдел первого дома, все вроде бы хорошо и прекрасно. Итак, в Гранд-парке цены немножко поднялись, сразу скажу. Но при этом все равно сделки по данному жилому комплексу идут, потому что здесь проходит у нас электронная регистрация. Например, не нужно ехать в МФЦ, не нужно никуда ехать. Если, например, вам понравилась та или иная квартира, мы ее сможем зарегистрировать очень быстро. Прям буквально там, не знаю, там за 15 минут, и электронная регистрация будет совершена. После этого вы, например, если покупаете этот дом, у вас есть 5 дней для того, чтобы можно было перечислить деньги на расчетный счет. Это у нас двухкомнатные квартиры, это тоже интересные. И поэтому, если вдруг у кого-то есть огромное желание купить, и они не знают, как это все сделать, да, например, там банки не работают, либо еще что-нибудь, то здесь, конечно же, это все можете сделать. Теперь, что касается цен. Цены на данный жилой комплекс сопоставимы с ценами в Лазаревском районе, в поселке Лазаревское. Поэтому, если вдруг кому-то хочется хороший комплекс, именно чтобы были нормальные планировки. Вот, например, типовая двухкомнатная квартира, 52 квадратных метра. Все сделано, все прекрасно сделано. Есть у нас и кухня с балконом. В общем, все это можно приобрести. И при том, двухкомнатная квартира здесь можно приобрести за 5 миллионов рублей. Двухкомнатная квартира. Самое интересное, что в данном жилом комплексе проходят все виды ипотек, включая ипотеку Газпромбанка, включая ипотеку Росбанка и так далее. Если же, например, мы посмотрим в том числе и военную, и военная ипотека тоже подходит. Почему подходят все эти банки? Потому что здесь у нас вся сумма в договоре, потому что здесь все чисто, прозрачно, объект строится со всеми надлежащими документами, есть все тех условия. Ну и сами видите, да, работа у нас не прекращается, не прекращается, очень-очень много работников. Уже я видел сейчас внизу и заборчик варят и так далее. В общем, круто. Ну и, конечно же, давайте также посмотрим квартиры. Вот, например, эта квартира у нас однокомнатная. Если мы берем с вами именно однушки, они идут на обратную сторону. Ну и, соответственно, здесь вид на улицу Тимирязева. Если, например, мы с вами берем торцевые квартиры, они, в свою очередь, есть морская сторона, они будут подороже. И есть не морская сторона, так называемая северная, они будут подешевле. Но это однокомнатные квартиры. Притом у них тоже хороший вид. Вот смотрите, мы с вами находимся на третьем этаже, все равно и море видно, и соседние домики видно. Ну и, конечно, скоро здесь будет очень много у нас зелени, тем самым действительно микрорайон будет хороший в том плане, что пригодный для того, чтобы жить на ПМЖ. Минимальная стоимость квартиры 3 миллиона рублей сейчас, это студия, давайте покажу, что представляет из себя студия. Ну и, конечно же, самый лучший вариант — это брать однокомнатные квартиры 3800. Если же хочется минимальную цену за квадратный метр, то я рекомендую вам присмотреться к квартирам, которые у нас идут именно 52 квадратных метра. Они как бы самое оптимальное соотношение цена за квадратный метр и площадь, которую вы получаете. Еще раз повторюсь, все квартиры подходят под любую ипотеку. Если даже ипотека открыта в вашем родном городе, все равно мы здесь ее сможем провести без проблем. Потому что это тот случай, когда все здесь идеально, нет никакого подвоха, которого привыкли у нас делать те или иные застройщики. Здесь вся сумма в договоре. В общем, и данный жилой комплекс соответствует всем нормативам, которые сейчас... А, четвертый этаж был, извиняюсь, ребят. Четвертый этаж. Соответственно, те требования, которые предъявляют сейчас к строительству. Соответственно, первое, да, можем провести электронную регистрацию, поэтому проблем не будет. Просто, чтобы вы понимали, мы здесь за последние полторы недели
провели около, наверное, 6 или 7 сделок. Притом все очень легко прошло и быстро. В том числе мы здесь проводим ипотеки, в том числе здесь же можно на данном объекте хорошо заработать, можно инвестировать. Все это зависит именно от вас. Ну и, конечно же, тоже немаловажный фактор – это локация. Все-таки Донская – это у нас центральный район центрального Сочи. И, конечно же, здесь есть такая инфраструктура, как школа, детские садики. Поэтому, конечно же, в этом отношении многие люди выбирают именно данную локацию. Например, есть, конечно, возможность за эти же деньги купить какую-нибудь там, не знаю, там, ЖПшку. Можно купить что-нибудь такое псевдо хорошее, а это чаще всего будет проблемное. Но это уже ваш выбор. Как бы, если, например, я стал перед выбором, если мне нужно было что-нибудь хорошее, безопасное, я бы выбрал данный объект. Смотрите, да, скорость стройки просто потрясающая. Ну и самое главное, что стройка — это безопасно. В общем, ребят, если вдруг есть желание приобрести хороший безопасный объект, обращаемся к нашим родителям, помогу вам приобрести. По поводу того, что там вы сомневаетесь, как мы будем регистрировать, все, пишите в WhatsApp, я вам расскажу и покажу. Теперь вам всем пока и спасибо за просмотр.